Доброе утро. Вопрос на тему поручительства. Если есть ощущение, что товарищи, подруги не поддерживают меня, что они хотят и не любят меня, должна ли я думать об этом или не должна я думать о том, чтобы давать поручительство подругам, или я должна требовать от них поручительства для десятки? Ну, во-первых, вопрос сложный и не очень правильный. Я должен знать только одно. В той мере, в которой я уверен в своих товарищах, в этой же самой мере я и строю поручительство. И я не нуждаюсь в каждом конкретном товарище, чтобы он относился ко мне так, чтобы он по-настоящему стал моим поручителем. Мне не нужно ждать, пока он подпишет договор о поручительстве. А тем, что я поручаюсь за них, этим, по сути, ну, можно сказать, я и вынуждаю их стать поручителями за меня. Потому что в общем и целом за ними стоит Творец, и Он подписывает, Он является поручителем за всеми и за всех.